Чаваш нация библиотекинже баян вулаганзем мускавширав жизембедел бульжеш. Вызен ежинже Некрасов, Чехов, пекуль яжели литература премии зен лауреаджизем. Пала драматург зембе прозаиксе. Вызен чаваш инри тирибей лихпе, ужизы лышпа, архитектура пала гизембе киленьме эльгерненде. Любить тебя, что нырять в прорубь, конечно, весело, но страшно. Любить тебя так мало толку, как день, сегодня ждать вчерашнего. Любить тебя, что шаром быть, когда-нибудь, ну точно лопнешь, воистину. Тебя любить – непозволительная роскошь. Любить тебя очень опасно, как по горам ползти скользя. Но все к чертям, ты так прекрасно, что не любить тебя нельзя. Россия журналистизин союзен членем Валерий Петровский, Сова, Штада Гужаружа, Парихинджем Мускаври, Ширавжизин Бещихануды даст или в Бещируяна. Он давал Калиму Стазине, еще не жанр Берги Херюлинзи Ландарна. Неожиданное слово издательства Пучтахи Атланта Альманах антиопредактора Никита Митрохин, литература решения еще жанр Берги Калашмауна Ядар Лагларма Чанишем был на. Анджах Валерий Петровский, Хой, Аякричи Вашин Ребурн на небельдерне. Шавдели в Бе, Мускаври, Ширавжизин, Россия был дорогой на зем проекта Ергелесе, ще живри кашне дорога щити грума балартна. Вол жутра чуваш хенеде. Щел жюри вихуч на ганзем, чуваш нации библиотеки не хуй зеньки не гизне барни лереч. Хальпахапта, манчел щензен кузя, парень кузя. Елдрата, теплень кузинча шивлак пур, тепли кузя, тем же жужа кайна. Шавна ведь пен, промаях ту мало. Мускав зиманчих мар, туда стана дагай мала, пушка-то стана гай мала. Кам, леди булин, Ширавище ползас, но хоть ширавище деть ползас. Кувал пирен паянхейш. Шпризем калаще, от паянхейкун, книги вуламаще. Вулаще. Пар шугуш калаш, и бир хамар лаяще рапр ползас. Литература рачи гежук. И гибенде вон билек мешул литературы жулдалге булзан ша культур жиганы везем тада жирепленеш. Халехе мускав жирав жизем булдарулы хебе уды уйхем выдар бірмежечин палашма булат. Тел булу зем шубашкарда жиш мар едер не сендер вырри хулы зенче, тада шубашкар районе зенче ердеш. Регина Кубайкина, Андрей Спиридонов, Республика.